не знаю, сейчас, наверное, Саня не очень-то и вылезет. Это можно и 2, и 3 часа потом вот так вот сидеть с камерой, потому что это уже все теперь капец. Это уже теперь надолго. Купающийся так вообще не очень, я не знаю, нету, чтобы где... у Балтийского моря такое есть, так сказать, что ты идешь очень мелко, долго, долго-долго, и потом вот кто идет там далеко, они боятся. Они вот где тут мелко, так и купаются. Вот еще одна подружника пришла к Сане. Какая смешная девчонка, сейчас покажу. Вот. Я уже Сане предлагала, говорю, иди подружись, такая девочка милая. Ну, как-то и одна, и другая немножко, они, наверное, как-то за... Не знаю, как-то друг дружке не очень подошли, все. И вот так как-то стесняются, наверное, что ли. Ну что, Саня, давай вылезай, может, уже. Потом переоденемся, еще потом придешь. Не, вот этот звук этих волн, вот это такое шум моря, я не знаю, это что-то такое. Я бы его слушала и слушала, если вы слышите этот звук, волна за волной, так прямо... Хорошо все кажется. Супер. Ну что, ставим лайки, подписываемся. Да? Будьте все счастливы, любите друг друга. Любите своих близких, семью, маму, папу, кого есть еще родители живые. Всем пока-пока. Хороших вам дней, хорошего вам лета, ребята. Всем пока-пока.